В Актау вспоминали Махтум Кулифраги. Со дня рождения великого поэта исполнилось 290 лет. На научный форум в Казахстан приехала делегация ученых и деятелей культуры Туркменистана. Их главная цель – напомнить о литературном и философском наследии Махтум Кулифраги. Личность его многогранна. Он был одним из первых, кто заложил основы государственности Туркменистана, сделал туркменский язык одним из литературных языков мира. На конференции была организована выставка, посвященная творчеству поэта и культуре туркменского народа. Теперь такие встречи пройдут по всему Казахстану. 2014 год Цуксоем объявлен годом Махтумкули. Поэтому сейчас в 30 странах мира проводятся различные мероприятия, конференции, презентации, связанные, посвященные 290-летию со дня рождения Махтумкули. Вот сейчас мы готовим к выпуску, переиздаем стихи Махтумкули на казахском языке, презентация которого состоится во время научной конференции в Академии наук Республики Казахстан в Алматы.